35 лет тайге. Сегодня у нас часть 16, ребята. Ставьте ваши педали и токи потим слуха им дали. Ушки на макушке. Поняли? Только потом. Поставили? Вот так вот. Продолжаем. Часть 16. Нежаркое таежное солнце улыбнулось окружающему миру и опять скрылось за набежавшей тучкой. По сочной траве зашуршал мелкий дождь, промочил хвою на разлапистой пихте и освежил весь воздух. Где-то далеко среди деревьев пишнула и умолкла мухоловка, ожидая перемены погоды. А из поселка донеслись удары о кусок рельса. Скоро уже конец рабочей смены задержались мы тут с тобой». Слабыми руками, застегивая пуговицы платья, тихо проговорила Нина. «Да уж», — ежась от падающих сквозь ветки дерева капель, устало вторил Веня. Расправляя затекшие плечи, потянул в стороны руки, чувствуя себя, как тот насытившийся шмель, который собрал всю Всю свежесть нектара сопыленного цветочка. А она и была этим цветочком, опустошенным и измученным цветочком. Все же, воспринимая все как должное, стала поправлять растрепавшуюся косу. Потом нашла валявшуюся в стороне пустую корзинку, в которой на дне осталось только лишь горстка земляники. «Ну, что дома скажешь?» Заглянув ей прямо в глаза, спросил он. «Скажу, что... что ягоды не было. Под дождь попало». «Поверят?» «Не знаю». «Теперь уже все к одному. Что было, не воротишь». «Надо к поселку двигаться. Потеряли уже». — хмуро проговорил он. «И то верно». «Как пойдем? Разными дорожками?» «Не знаю. Сам решай. Можно и одной, коли замуж меня берешь». «А что тут такого?» «Я с тобой стыда не боюсь». И он посмотрел на нее какое-то время и отрицательно покачал головой. «Не время еще. Я, покуда отсутствовать буду, тебя тут загрызут этими сплетнями. Так что подождем, подождем до поры до времени». «Как скажешь», — тяжело лишь вздохнула она, подавшись к нему на грудь. «Целуй» целуй меня на прощание. И Вениамин прижал к себе Нину, прижал как самое дорогое, что было в его жизни. Слегка прикусывая ей губы, целовал долго и страстно. И когда отстранился, махнул рукой. До вечера, как стемнеет, у реки, на бревнышке а Нина только лишь согласно кивнула головой в ответ. На усадьбе Собакиных его ждали. Костя вернулся пару часов назад и уже волновался. Чё там детом? А Кузька, занятый кобылой, равнодушно махал рукой. Да, куда он денется? Сейчас для него главнее была поганка. И только поганка. Больше никого не было. Измотанная до предела лошадь едва передвигала ноги. До того она устала. О, как замотали тебя. Ноги, как вармушель. Да. И когда Константин подъехал на ней к воротам и завел в оградку, только и смогла дойти до сарая. И там прилегла, вытянувши свои ноги, и больше не поднималась. «Поди, сдохнет еще!» — прочитала впечатлительная Катька. «Чего тебе сдохнет? Цепун тебе на язык!» И она накосила ей травы и насыпала пол ведра овса и приложила к кровоточащим ранкам лопух. Косилась в сторону кости. «И как вам ее только не жалко! У вас бы вот так вот!» — Ну, а как иначе? — Иначе никак, — спокойно ответил Константин. — Что, пусть бы тогда Кузька мучился, что ли? Зато теперь спокойно ездить будет. Еще спасибо скажет. А деда Мирона увела домой бабка. Бабка увела. Тыгидык, тыгибок, тоже мени. И теперь у Вениамина некому было спрашивать про дорогу на Ольховку. Не у кого. Внезапно появившись из огорода, он, как ни в чем не бывало, довольно улыбнулся. «Довольный!» и обратился первым делом к Кате. «Корми лица! Может, сегодня наш покормишь, а? Так же покормишь, как и вчера? Что-то я ух, как проголодался!» Та согласно кивнула в ответ и засуетилась, забегала, накрывая на стол. Потом вдруг остановилась и как прыснет со смеху в свой кулачок. «Ой, дядя Веня, а что это с вами?» «Что?» — не понимая, закрутился тут на месте. «Чего?» «Да у вас рубашка... рубашка будто корова жевала. «Да?» Что же, наверное, где-то по кустам лазил, нашелся Веня. И в траве валялся. Ты где был? Посмотрев на его довольное лицо, приблизившись, прошептал Костя. М? Где ты там был? И потянул его за сразу же. Ты что творишь? М? Что, других дел нету, что ли? Ты что творишь? А что тут такого? Имею я право ухаживать за девушкой? Имеешь, но только не так активно. И не за простой старательской девкой. Ишь ты! Наворочишь еще тут мне, как кот на глине. Смотри мне. «Ты не имеешь права так говорить», — взорвался аж Вениамин. «Не имеешь?» «Имею». «Пока ты там миловался, я между делом поспрашивал людей, кто она такая и что она из себя представляет». «Так вот, молодой человек, смею вас заверить, что Нина птичка ранняя». «Угу. И имей в виду, и ты у нее далеко не первый, кому она оказывает знаки внимания. Врешь, как схватил руками Костю за рубашку Венька, за барки как схватил. Все сплетни слушаешь? Ох вы, господин Дистлер, успокойтесь, успокойтесь. Не хватало, чтобы мы с вами насмех окружающим вступили в конфликт из-за этой первой встречной. Оказывается, у вас все серьезнее там, чем показалось мне на первый взгляд. Спокойно отрывая его пальцы, покачал головой Костя. Ну что ж, не буду навязывать вам свое мнение. Надеюсь, вы сами в ближайшее время во всем этом убедитесь сами убедитесь. Кто сказал? Земля слухом полнится, только и ответил тот. А для Вениамина его эти слова, что удар копытом аж под дых, аж оглушил, сломил весь и принес такую боль. Вмиг отрезвев от все еще переполнявших его чувств, стоял как пенек, соображая, как же ему быть. Что он натворил-то? А потом, силой воли взяв себя в руки, как и учил отец, не поддаваясь эмоциям, доверился времени. «Время все покажет». И, вернувшись к столу, как будто и не было с Костей неприятного этого разговора, с кислой улыбкой присел на лавку перед чашкой крапивного супа. Ужинали молча, переживая непонятную напряженную обстановку. Никто из присутствующих не проронил ни слова. И вот далекий удар железа возвестил об окончании старательской смены. От реки по улице потянулись уставшие люди. Среди них Анна и Валентина. Зашедшие в оградку, приветствовали всех. Сначала присели на заваленку передохнуть. И только потом перешли к столу. Вениамин в это время перебирал дорожные сумки – вернее, проверял. Проверял наличие подар костюры. Тут ли сабля? Проверял. И только убедившись, что все в порядке, занялся просмотром дорожных записей. Не успел перевернуть вторую страницу, как аж вздрогнул от голоса Анны. «Что, шухаришь с Нинкой?» — сузив глаза, спросила она. Обращаясь к нему, «Ох, шухаришь!» И руки в боки еще. Венемин сначала не понял сути вопроса и поднял голову и посмотрел по сторонам. И опять на нее. «Блым-блым? Вы это мне? А кому же еще? Ты тут у нас один полюбовник». «Что-то случилось?» Не надо с ней любовь крутить. Не надо. Жених у ней есть. Никита Стрельников. А мне-то что? Сухо проговорил Вениамин. Морду набьет и не спросит. Ты от кель? А пусть попробует. Ну, смотри, равнодушно пожала плечами Анна мое дело упредить. А там вы хоть друг другу головы поотрывайте. А вот только одно хочу сказать. Никита парень горячий, сильный. На ковальню через кузню перекидает. Так что сила на его стороне будет. Вениамин промолчал и косо посмотрел на Костю. А тот только усмехнулся, мол, «Угу, ну вот, что я тебе говорил?» Вечер прошел тихо и спокойно, пока не сгустились сумерки. Костя, закутавшись головой в одеяло, спал. Вениамин молча собирался на свидание. Переоделся в чистые одежды, почистил зубы порошком, и надел яловые сапоги. Хотел уже идти к воротам, как услышал по улице какое-то движение. Из-за угла вывалила целая ватага рослых и явно на веселе плечистых парней. Человек десять. Сходу, даже не разбираясь, что и кто перед ними, ногами как распахнули ворота — и ввалились в оградку. «Эх ты, инженер! Холеная твоя рожа! А ну, выходи! Сейчас морду чистить твою будем!» Как заорал самый передовой. И как потом оказалось, это и был Никита Стрельников. Костя не успел даже поднять голову, пришлось Вениамину выходить одному. Едва сделав несколько шагов от синовала, как получил кулаком, как припечатали его прям в переносицу. И почувствовал только, как от земли оторвались ноги, а в глазах захороводились звезды. Засверкалось. Больно ударившись затылком о землю, все же вскочил. Вскочил, желая применить на практике свой пятилетний курс восточных единоборств, которые преподавали в университете. И, шатаясь, он бросился на обидчика. Но другой, еще более сокрушительный удар, прям в челюсть, сбоку. Как вдали ему! Опять привел его в горизонтальное положение. И он тогда почувствовал, как через губу хлынула теплая кровь. Не в силах от боли пошевелить головой, он ждал, когда начнут пинать. Ногами пинать. Но этого не произошло. Хоть и был Никита агрессивно настроен, он держал себя в рамках правил. В Сибири лежачего не бьет. поднимайся! Че развалился, как на перине лежишь?» «Поднимайся, говорю!» Склонившись, аж скрипел зубами он. Что? Это все, на что ты способен? Так вот, холеная твоя харя, еще раз ветром напахнет, что на Нинку хоть одним глазом посмотрел. Так и знай мне, ноги все повыдергиваю. Хватит! — раздался откуда-то сверху спокойный голос. «Хватит!» Веня узнал Костю. «Вот поучили немного. Хватит. Будет с вас. Он все понял». «А, -а это второй!» — поднимаясь с колен, зашипел змеем Никита. «Что, тоже по морде впечатать. Да угомонись ты, не стоит, пытался остановить его Костя, но тот даже не слушал. Все, поехал паровоз, зашипел. Размахивая руками, как коршун налетел на него, стремясь свалить с ног точно так же, как Вениамина. А не тут-то было. Не на того напал. Никто даже не понял, что случилось. Был небольшой хлопок только, небольшой хлопок рукой по шее. И Никита сразу же взрыл носом грязь у крыльца Кузькиного дома. Мордой вниз припечатался. И притих. Все. Притих не в силах даже пошевелить руками и ногами. Все, помер. Да ты что, дружку мого бить? Взревел медведем Анисим Голодухин, будто желая обнять окружающий мир распростертыми руками, как броситься на костю, стараясь задавить его всем своим телом но его постигла точно такая же участь. Хлопок — и все. Непонятно как, увернувшись от кряжестых рук Анисима, проскользнув под мышкой, Костя молниеносно, молниеносно нанес только одним ударом. Один удар кулаком прямо по затылку. И споткнувшись, тот как будто мешок с мукой, бабах, как бубухнется рядом с Никитом. И все. Два кирпича пара. Ох, и прочитая, просил помощи подняться, так как сам встать был не в состоянии. И все. После этого остальные дружки товарищи остолбенели. Угу, все. Ведь Никита и Анисим были непобедимыми во всех кулачных боях. Как так-то? они лежали, все. Лежали и не двигались? Как так-то? В драках на поляне перед золотоскупкой с пришлыми старателями им не было равных по силе и ловкости. Завсегда так. А тут... Даже Пегель, который валил на землю двухгодовалого быка, предпочитал не связываться с ними. Никогда. А тут какой-то городской хлюпик завалил и того, и другого. И над этим стоило им подумать. Что с ними будет точно так же, а то и хуже. И, сгрудившись возле забора, парни не знали, что это делать дальше. Броситься гурбой на Костю или бежать прочь, прочь из ограды. Но говорю же вам, хватит. Помахали кулаками. Будет с вас. Мы все поняли. И так хороший урок преподали. Забирайте своих товарищей и несите отсюда подальше. Они еще не скоро в себя пройдут. С опаской посматривая на Костю, парни подошли к Никите и Анисиму и подхватили их под мышки и ее вытащили на улицу. «Ну что, дорогой друг, в полной мере почувствовал любовь к Нинке?» «Угу. Промеж глаз почувствовал?» М? Как сердце стучит?» помогая подняться в Вениамину, спросил его Костя. — Давай-ка ты умойся вон из катки. Да и полезли на сеновал. Все равно с такой физиономией на свидание никак нельзя идти. Хе -хе -хе -хе, ведь так-то? Ни — Нина Шама придет! — шлепая пухшими до размеров котлет губами, ответил тот. Она шама придет. Ну, если шама, ха -ха, тогда и вовсе не стоит колготиться. Усмехнулся только тот, поливая ему в воду сверху. Жди, жди, вот сейчас прибежит. И залечит твои боевые раны поцелуями. Угу. Ух, какой ты все-таки Язва!» Качая головой, заключил Веня. «Ну да, язвочка. Кабы не был к тебе приставлен, тебя бы сейчас до сих пор вон в той луже вон купали». Угу. И выскочившие на шум Анна, Валентина и Катя, и Кузька молча созерцали этот кулачный бой какой-то момент Анна хотела разнять, разнять всех этих. Тоже мне петухи повыскакивали. Но Валентина сразу оттащила ее в сторону. Мол, не лезь, сами разберутся. И теперь, только сочувствуя Вениамину, сунула полотенце, чтобы тот вытер лицо. Но все же сказала свое слово. сегодня ночуете, а завтра поутру уезжайте отсюда. Не нужны мне такие постояльцы с вашим мордобитием. Не нужны. Что люди-то скажут? Приютила? Не дай бог, еще окошки все повыхлестывают. Хорошо, согласился Костя. Нам и так завтра уезжать надо было. Хорошо, мы все поняли. И женщины разошлись по домам. Костя залез на синовал, а Кузька на свое место, в дровянник под одеяло. Вениамин еще долго сидел в темноте, под крышей на чурочке. Ожидал свою Нину, Ниночку. И даже пару раз ходил к реке. Но она так и не пришла. Пидманула, пидвала. <music> Челнок. А никто не помнит когда Пантелей Романович Захмырин появился на Чебежевских приисках. Никто не помнит. Все, кто его знает, воспринимают его как благодетеля. Пантелей Романович? О, настоящий мужик. Человек слова. Как сказал, так сделал. В долг всегда дает. Коли надо, ночью даже лавку откроет. «Никогда не обидеть!» Хотя за глаза нет-нет, да проклянут его недобрым словом. «Хмырь! <laughs> О, черт! Еще той черт с горящими глазами! Коли попал в немилость, все, сам убирайся с прысков, иначе сос виду выживет, выжгет оттуда!» И в этих словах была истинная правда. Черноволосый, всегда подтянутый, статный хозяин лавки был человек слова. Как сказал, как отрезал. Это про него. И не любил, когда его обманывали. Он туда. Он мог. Он мог и облапошить старателей, особенно тех, кто был на веселе и желал продолжения праздника. Да, я требую продолжения банкета. Это про него. Ему можно, а вот когда его никак не любил. Но если кто-то пытался навязать свою цену, он горел черными, черными, как выработанный шур в глазами, и шипел, только ему понятные слова. Это означало, что человек попал на заметку. Все, все, зуб имел. Нарисован зуб. И все. От этого добра не жди. В свои сорок пять лет Пантелей Романович утверждал, что он прямой потомок дворянских, голубых кровей, имевших свое начало где-то там, в Западной Европе. Однако представленный образ заставлял сомневаться, так как обличием, поведением и разговором он больше походил на уроженца по Волжья с неизменным правилом в речи растягивать слова, и подчеркивать букву О. Волга. По Волжье. Это про него. Яка там Европа? Тюти-матюти. И свое прозвище Хмырь он получил не только от фамилии. Нет, но и от актерства мастерства, актерского мастерства выражать на лице недовольные мимики. Да, будто его только что подняли с постели. Угу, еще той актер. Особенно это проявлялось при приемке и взвешивании золота. Конечно, кто бы сомневался. Золото! Незаметно от старателя Подцепляя ловкой рукой разные для этого момента магнитики к чаше весов, Пантелеймей, Пантелеймей Романович пренебрежительно вытягивал губы в трубочку, морщил лоба и закатывал глазы. Из чего было сразу же понятно, что он недовольный что-то там. Недовольный Пантелей прежней мерой песочка, сказано ему ранее. Ой, как недовольный. Ну вот, ты говорил, что тут десять грамм, а тут, о, девять. Ну что, перевешивать будем? Неизвестно, каким образом хмырь вошел в доверие, к золотопромышленникам. Это неизвестно. И как он вообще стал хозяином золотоскупки и торговой лавки на Спасо-Преображенском прииске? Это все неизвестно. Как да и что там? Неизвестно, но стал. В народе бытовало мнение, что Пантелей Романович напрямую, напрямую связан с той самой черной оспой и периодически дает им весточки о положении дел на всех приисках и на всех спиртоносных тропах. Так как сам, на секундочку, является одним из них. И измученный давлением и разбоями бродяг и таежных бандитов. Купцы и золотопромышленники сами, они и сами тайно обратились к властям. Обращались к властям с просьбой создать негласную команду беспощадных головорезов, способных не только наводить порядок и ужас, но и оказывать помощь в охране. Угу. В охране и перевозки всяческого товара, и этого самого золото. И вот, кем, когда и из кого была собрана эта черная оспа, оставалось только догадываться. За это отцы и родители дикого отряда, имевшего неограниченные возможности творить суд, здесь на местах преступления. Ну, проще говоря, убивать, уничтожать бандитов там, где их и поймали, сразу же на месте. Запросили у просителей место под солнцем, торговать со старателями на приисках, торговать со старателями. Усекли? Куда и был представлен Пантелей Романович золотоскупщиком. Подобный метод применялся довольно таки часто и оправдывал все задуманное. Так называемая угрюмая четверть, дикая конница и верная смерть, но как чаще их называли черная оспа. Они были бесстрашными, горячими и беспощадными на любое задуманное предприятие и всегда добивались своего любыми методами. Достоверно известно, что на караваны с золотом, охраняемые черной оспой, таежные разбойники практически никогда тебе не нападали. Угу. Потому что боялись, ой, как боялись, мести, которая рано или поздно все равно настигнет. Они это прекрасно понимали. И за все время своей деятельности хмырь повидал трех хозяев. Золото-промышленника Петра Подсосова на подсосе Петра Подсосова, который в союзе с такими же золотопромышленниками заключил тот самый негласный договор и предоставил ему место работы. Также братьев купцов Ильиных. А несколько лет назад приз купили недавно, недавно разбогатевшие на поставках продуктов, на прииски продуктов, некие господа Рукавишниковой и Рязанов. Господин Рязанов. Однако это были фиктивные лица. Настоящие хозяева жили где-то там, на западе. На приисках никогда не показывались. И действовали всегда только через управляющих и приказчиков. Вот они, ниточки-то. Вот они, марионеточки. По мере объединения всех золотоносных песков, прииски всегда продавались и перепродавались. Как хоть крутили их. Но хмырь... Хмырь вот уже на протяжении 25 лет оставался главным свидетелем добычи золота на Спасо-Преображенском прииске, которого к нервному расстройству управляющая Заклепина с каждым годом становилось все меньше и меньше. Для глубинных разработок требовались большие вложения. По-другому никак. На что отважится далеко не каждый золотопромышленник. А купится ли оно? У -у -у. Это еще тот вопрос. Потому и отказывались. Добыча рудного золота без разведки — это ведь вообще это карточная игра, лотерейка, где в колоде у матери природы все карты крапленые. Тут никак, тут с ней никак не поиграешь. Желаю разбогатеть в один день, в один день, как щелчок. Ха -ха, да еще и без затрат. Найти тот самый душезахватывающий золотой лог. Никто из хозяев жизни не поскупится на любые действия, вплоть до смертоубийства. Никто не поскупится. Вот почему, по окончании старательского сезона, выходившие из дремучей тайги грязные, заросшие, в драных одежах, босые, пропахшие потом и мочой Бергало, становились лучшими друзьями коварных управляющих, приказчиков и золотоскупщиков. Золото скупщиков. Были и такие, кто тотчас только за одно слово мог предложить поднатомившегося без женского тела в тайге мужика не только жену, но даже родную дочь и ту продавали. Большую часть времени, когда не было работы, хмырь где-то пропадал. Не было его. Он то уезжал в город к семье, где, как говорили очевидцы, у него был построен большой, огромный дворец, дом. Никто не видел его жену, но детей у него было аж четверо. Два сына и два дочери. Точно, пятьдесят на пятьдесят. Вместо него на время отъезда за прилавком оставался родной младший брат, Егор. Много времени Пантелей проводил в тайге. Занимался охотой, хотя мало кто видел и знал, когда и куда он уезжал на вороном? похожим на закопченные стены бани под черному, на статном вороном скакуне. Аж черный ворон. Всячески избегая встреч с людьми, он передвигался какими-то одному только ему известными тропами и направлениями. И никто не знал, куда и откуда он возвращается. Когда наступало окончание старательского сезона, он держал двери открытыми всегда. Зимой, когда на прииске наступал мертвый сезон, появлялся крайне редко. Нема его, все, как растворился. Ну, разве что, и разве что только для того появлялся, чтобы принять обоз, Обоз с товаром или продуктами. Только потому и появлялся. А так нема его. Но характер у Хмыря был общительный. Общительный. Умеет и поговорить с любым, кто придет в лавку. Прослезиться даже. Или открыть нафтиш свою душу. Он всегда рад помочь голодному и нуждающемуся. Завсегда рад помочь. Всегда даст продукты или деньги, но с одним только условием, что тот потом отдаст золотом. Угу. И только так, а по-другому никак. Обычно после крещения, когда у большинства старателей заканчиваются все деньги, после крещения, в долговой список оказываются занесенными почти все, почти все жители прииска. Угу. А жить-то надо? Никуда не денешься. Только к нему. Но вот была у хмыря большая слабость. Слабость. Это тяга. Это тяга к женскому полу. Ну, не как у похотливого кобеля, который носится по улице за каждой загулявшейся сучкой. Нет. Наоборот. Стремление к недоступному. Добиваться только той женщины или девушки – которая нравится только ему, а не готовая раздеться сама в складе за ведро залежалой муки. Не такая надо. И немало было мужиков, которые давно точили на хмаря нож или отлили пулю уже свинцовую за то, что их сын или дочь удивительно похожи на него». Да, в него не раз стреляли и резали, но все неудачно. Вероятно, в голове стрелка все же были яркие представления о последствиях за его смерть, которые обязательно последуют от черной оспы. Ахмырь знает, он знает что, возможно, умрет не дома. Но поделать ничего не может. Его кровь горяча, как та кипящая смола. А молодое тело девушки слаще любого березового сока. Никак не откажешься. Об этом может догадаться всякий, кто видит перемену в его лице, когда в лавку заходит Нина. Нина Коваль. События последних дней никоим образом не входили в планы Пантелея. Неожиданный приезд инженеров из Томска, внимание к Ниночке, указанное одним из них, вызывали в его сознании горячие ревности. Это как понимать? А где? Где благодарность? Все годы, как только она стала формироваться и превращаться из девочки в девушку, он завсегда давал ей леденцы, красочные ниточки, бисер, все давал. А этой весной подарил стеклянную брошь. Красавица Нина, казалось, улыбалась только ему. И только ему. И до главного момента оставалось только ждать. И ждать не так долго. Никита стрельников не помеха, да не помеха. Хмырь знал, как приблизить и споить старателя. Овладеть подругой, а потом... Ха, а потом пусть женится уже. Но горожане, шишки с другого большого и разлапистого кедра, да, это совсем другие шишки, с другого кедра, парни культурные и интеллигентные, горожане. А это притягивает многих девушек. Такие шишки всем нужны. Перебить их внимание цветным шелковым платочком из Китая уже нияк не получится. Играя ножом, хмырь метался по пустой золотоскупке. Метался туда-сюды. Выплескивая весь негатив на деревянные эти стены, в которые можно было воткнуть острое жало. Сжатое в бешенстве в комок лицо не предвещало ничего хорошего. Сдавленно выкрикивая угрозы и проклятия, выбивал в полу каблуками сапога щепу из пола. Да, так брыкался. Казалось, попади сейчас на его пути филька утев. Все, рассказавший ему за полкружки спирта о встречах, о встречах Нины и этого вениамина у реки ночью. Он бы разрезал бы этому спину на ремешки. Но тот был далеко не дурак, спрятав за пазуху бутылку с горячительной жидкостью он сразу же выскочил в дверь на улицу. Будто Михаил Пегель дал ему хорошего пинка. Сразу же вылетел. И скрылся. И скрылся за складами. Все. Нема его. А теперь мечи там икру, как хочешь. И неизвестно, как долго могли продолжаться эмоциональные порывы Пантелея, если бы не увидел в окно того, кто смог его быстро образумить. В миг преобразившись, он сразу же как посветлел и как метнет этот кинжал за стойку. Попал в полку, на которой были выставлены всякие товары. И глубоко вздохнув, с улыбкой вышел на крыльцо. Встречать того, кто мог рассказать еще, еще больше, чем филька утев. «О, Кузька-баламут, а? Ха -ха. Сел на пуганку, да?» Широко раскинув руки в приветствии, удивленно проговорил он. «А? Как так смог-то, а? а?» «С чурки залез», — удивляясь необычному поведению хозяина лавки, ответил ему Кузька. «С чурки залез». Он, кое-как водрузив на спину седло, недавно вскарабкался на кобылу. Вскарабкался все-таки. И теперь осторожно, осторожно, стараясь не свалиться, ехал к Заклепину. Похвастаться. Ну, ай да куська, ай да всадник. Ха -ха. Никто поганку не покорил. А Кузька он? Едет куська. Кто это помогал кобылу гонять? продолжал расхваливать садника, лопотал хозяин золотоскупки. «Кто это тебе помогал?» э -э, «Инженер помог». «Инженер?» «Это тот, с кем ты в горы ходил?» «Да, тот, что постарше. Костей зовут». «Это он, что ли?» поганку объездил сам. Это он что, смерти не боится? Не знаю. Ну, кобылу прогнал, о, как прогнал. Будь здоров, прогнал. Она всю ночь лежала. Так лежала, что аж стать не могла. Поглаживая, жалел поганку Кузька. Он и сам удивился ее перевоплощению. От вчерашней прыти вообще даже не осталось и следа. Спокойная стала, вон. Спокойная это у меня, да, поганка? Спокойная ты, как вода в катке. А он что, утром ее тоже гонял? Или спит еще? Прищурил в глазах мырь. Нет, уехали уже. И Кузька даже вздохнул. А куда? Домой. Рано на заре еще уехали. Еще не рассвело. — А почему уехали? — сразу же занервничал Пантелей. — А мамка? — Мамка им отказала. Отказала в постое. Разоткровенничался Кузька и вкратце рассказал о той драке, произошедшей у них в оградке. — Хм... А за что это Никита Веньке Хару набил? Э -э, Нинку. Нинку коваль не поделили. Нинку? И что, и Нина там была? Нет, не была. Она вечером не приходила вовсе. Не было ее. Вечером? А днем? Не знаю. Мне об этом инженеры не говорили. Вроде как и днем не была. Соврал Кучка, соврал, избегая дальнейшего этого допроса. В расспросах хмыря скрывался какой-то умысел. Он чувствовал и знал. Да и люди говорили, что он зря никогда, никогда ничего зря не делает». «А где... а где Заклепин?» Переводя разговор уже на другую тему, спросил Кузька, не слезая на землю. «Ну, там, наверное», — махнул рукой на разработки тот с некоторым облегчением, мол, «Уехали, слава богу». О чем-то думая, стал смотреть, как Кузька поедет под горку в сторону прииска. Но молодой всадник легко тронул уздечку, лишь бы только поганка не побежала. И сам вцепился, как поползень, как поползень вцепился в ее гриву, стараясь не свалиться со спины. А хмырь сзади рассмеялся. «Заклепина найдешь? Привет ему передавай!» А Кузьке вовсе не до смеха. Осторожно спустился с горки, и повернул вдоль склада. И облегченно вздохнул. Теперь дорога ровная. Только под конец там через мосток проехать надо. А за складом поганка шарахнулась, шарахнулась в сторону. Кузька едва не слетел на землю. Потому что за складом из-за скорпивы вскочил этот пьяный Филька, Филька Утев, размахивая руками, заговорил своим заплетающимся языком. А, -а, вот и ты. Как умудрился кобылу между ног зажать? Как як так-то ты умудрился-то? И еще и сам захохотал над своей шуткой. Что? Вместо меня к заклепину в халдеи? Ну-ну, давай-давай посмотрим насколько тебя хватит ему задницу вылизывать а мне все а а мне уже надоело надоело лизать хватит я и сам хотел уходить за бой не люблю я вот так вот на посылках люблю с мужиками в одной упражке да а да, в общем Тебе этого не понять. И обиженно махнул рукой. Малой еще. А насчет коня то переспроси. Пусть тебе вместо вот этой задрыги? Переспроси там его. У него есть. Пусть вместе вот этой вот задрыги моего скакунка тебе дадут. Он тебя никогда, никогда запомни. Никогда не подведет. И Филька кричал ему вслед что-то еще, но Кузька его уже не слушал. Он опустил уздечку и даже не заметил, как поганка из шага побежала, побежала легкой трусой. Он сначала испугался, но потом, к своему удивлению, заметил, что, привставая на стременах, улавливая шаг кобылы, Ехать действительно стало легче. Перед мостиком поганка приостановилась и аккуратненько-аккуратненько прошла по нему. Сама приостановилась. И так аккуратно прошла и привычно направилась прямиком в конюшню. «Куда? Пр! Пр! -пр пытался остановить ее Кузька. Но она только лишь прибавила ходу. Куда там? И аж забежала в ворота. И направилась прямиком к своему стойлу, где ей всегда давали сено и овес. Все, припарковалась. А ну стой, куда и прошь? Выскочил из хомутины Михаил Емельянов. И, рассмотрев под слеповатыми глазами, кто там едет, он немало удивился. Кузька, ты чё или чё, или чё? Как это ты умудрился? Як это ты так? Ты подивися, як ты умудрился на неё то Як ты так умудрился на неё выскорбкаться? — Я, дядь Миш, из силы потянув уздечку, кое-как остановил все таки поганку. Остановил все таки Я! Это я, дядь Миш! приучил немного. Вот. Вроде пока не ерепенится. Аж с гордостью сказал он. Ну, молоток. Похвалив молодого наездника, покачал головой главный конюх. А я уж хотел ехать тебя выручать. Не придавило ли там тебя? Кишки не выпустила. Думал, ты на ней вообще там все кости переломал. А что это у нее же? Что это? Что это у нее все паха изодраны-то, а? Сапоги с шипами. Это ж кто тебя научил так, а? Кто? Это... Это инженер из Томска, чтобы не брыкалась. Ну-ну, коли так... Хм. Давай-ка я тебе седло хорошее дам. Тебе седло маленькое надо. Да ведь у нас худой, он какой шуплый. Так удобнее будет. А чё ж ты сразу мне не дал, а? Чё сразу не дал? Осторожно слезая с кобылы на землю, негромко проговорил Кузька. Хм, да кто же ты думал, что ты такой настерный? Заклепин велел тебя поучить немного, чтоб, ну, чтоб сговорчивей был, что ли. Как это? Как это так поучить? Ну, не знаю как. Вроде должен рассказать что-то, но молчишь. А? Скрывший в сторожке, пробурчал тот через спину дядька Михаил. Чего молчишь? И долго еще возился там, что-то выискивая, и позвал. А иди, иди сюда. Ну вот, сам тащи. Кузька принял небольшое легкое седло и сам закрепил его на спине поганки. Подогнал под ноги стремена. Ухватившись за луку, подтянулся и тяжело залез на кобылу залез на кобылу, поерзал там, поерзал в седле. Вообще так удобно, не то, что раньше было. А? А? Что ерзаешь? Мамалек? Нормалек? Хорошо ли, а? Нормалек. Осведомился сам, сам спросил и сам осведомился Михаил. Как есть, ладно? Вообще, сияя, отозвался Кузька. Ну вот, вот и славно, доставая из-за пазухи кисет и табачок, покачал головой дяд Михаил. Ну, поезжай с Богом. Вот только про старое седло за Клепину не говори. А Заклепин что? Сегодня тут, а завтра нет его. Правильно? Вот так. Про седло ничего не говори. А нам с тобой жить тут-то вместе. Правильно? Вот так. Это я и так по-свойски тебе выдав. По-свойски. Потому что батьку твоего хорошо знав. Царствие ему небесное и он даже перекрестился. А то ведь как узнает этот заклепа, что я это тебе выдал, он погонит меня к чертям прочь этой конюшни. Понял? Никому не говори. А меня ж як тут? А меня ж без лошадок никак? Ага. Вот люблю я с ними нянчиться, и все. И все тут. И как не будет мне с ними заделья, так все. Я же все. Я ж так сразу и помру. Хорошо, хорошо, дед. Ничего никому не скажу, — ответил Кузька, поворачивая поганку на выход с конного двора. А сам думал, о, какой же плохой этот заклепин. Он что, хотел, чтобы я шею свернул, а? —